В первой серии сериала «Ростов» на дворе начало 20-х годов белогвардейское движение проигрывает битву за Ростов и отступает на юг. В город возвращается Алексей Козырев, промышлявший тут когда-то вор-рецидивист, ныне принявший новую власть и решивший завязать с прошлым. К большому удивлению Козыря сверху приходит приказ назначить его начальником вновь сформированного отдела УГРО. Начальство считает, что он лучше других знает воровской мир и сможет освободить город от заполонивших его банд и разгула преступности. Козырю это назначение как кость в горле, он не хочет идти против друзей из прошлого, но банда Котелка, лютующая в Ростове, убивает тех, кто Козырю действительно дорог, и он принимает назначение. Посмотреть первую серию вы сможете уже 15 апреля.